предлагаю вашим постукиванием по льду клюшками открыть пятый турнир на Кубок генерального директора «Севастский класс». Всем хорошего настроения, болеем за наших. Один из самых популярных видов спорта на Саянском льду, как всегда, зрелищный, эмоциональный, на разрыв. В соревнованиях по хоккею с мячом на Кубок генерального директора предприятия «Саянский пласт», состав из которого в минувшее воскресенье встретились команды предприятия «Саянский пласт» и «Скратус Октябрьский» командой «Стулуна». Яркие захватывающие баталии – это была хорошая игра. Сегодня мы уже в пятый раз проводим турнир на призы генерального директора «Саянский пласт». Этот турнир уже становится настолько серьезным, профессиональным, я бы сказал. 2-3 года назад команды совершенно другого уровня, другие формы. Вот. А сегодня я рад, что в этом турнире уже принимает команда из другого города, из Тулуна. То есть это говорит о том, что хоккей с мячом в Саянске любят. Он развивается, и дай бог ему процветания. Не случайно сегодня, в день закрытия 24-х зимних Олимпийских игр, когда идет финал, сборная России играет с финнами за золото Олимпиады. Наши хоккеисты в пятом микрорайоне, в микрорайоне Октябрьском, будут сражаться за Кубок генерального директора. Это очень здорово. И самое главное, чтобы сегодня все обошлось без синяков, без ссадин. Самое главное, чтобы все эти ребята, которые сегодня вот красочные такие хоккеисты, получили еще один заряд бодрости, хорошего настроения. Вот площадка, на которой сегодня проводятся соревнования, это уже, наверное, десятилетие при поддержке «Саянским пласта» Александра Валерьевича Дадона, Александра Андреевича Леонова. Вот поддерживается в таком прекрасном состоянии. Здесь занимаются дети, встают на коньки и учатся ходить. Поэтому вот такая добрая традиция «Саянский пласт» поддерживает уже не первый год, и это очень здорово. Настрой-то всегда хороший. Сегодня же воскресенье, почему должен быть настрой плохой? Все нормально. Поиграем. Интересно поиграть. Это уже не первый год, это уже в систему вошло. Это уже... Я уже его только этот кубок 4 раза в руках держал, выигрывал. Вот, не знаю, нынче повезет, не повезет. Расскажите о своей команде. Команда «Химпласт», в принципе, со всех цехов все эти, со всех цехов. И возраста у нас, ну, наверное, я самый возрастной, 61 год, а другие маленько помладше, есть совсем молодые ребята, хорошие. Девиз-то команды один, никто кроме нас. Ну, теплый день сегодня, снег, народу столько, зрители соберутся. Команда у нас «Саянский пласт». Ну, вот проводят турнир. Ну, чтобы выходные не зря прошли. Дай бог, тут все хорошо прошло. Организаторам спасибо. Ну и нашему городу. Хорошие ребята, хорошие. Все заводчане работают, трудятся. У всех уже семьи, дети. Так что дай бог всем здоровья. А чем вас увлекает этот вид спорта? Если с детства этим занимаешься, увлечен, кому-то сходить погулять, а мы лучше здесь соберемся. Самое интересное, меньше пропустить, пусть команда больше забьет, тогда выиграешь. Пусть они забьют свои 5, а свои 4 я всегда пропущу. В первом матче встретились команда «Саянский пласт» и «Октябрьского». Спортсмены сыграли 2 тайма по 10 минут. Болельщики не скупились на эмоции, соперники команды химиков были сильны, быстры и ловки, потому практически на протяжении всей игры счет был на равных. Ну, как всегда, мы популяризация здорового образа жизни, спортивные баталии на льду, это все то, что мы любим. То, что мы всегда рады развивать и
Сегодня у нас замечательно хорошие призы. Трудились у нас еще и школьники, которые разрисовывали пакеты. Была тематика «Олимпийские игры». Ребята очень постарались, чтобы поздравить всех наших участников соревнований. Также будут кружки на память и красивые вымпелы. И все же со счетом 3-5 в матчевой встрече победу одержала команда «Саянским пластом». Болеем за «Саянским пласт», так как мы работаем на нем. Игра была жаркая, команда, но мы выиграли. Третий гол. Молодцы, молодцы. Прохладно, правда, но ничего. Давайте, такой жар идет от игры, и поэтому хорошо все. Ну. От первой игры получили только удовольствие. Сыграли с командой «Химпласт». Обе команды показали, что у них есть желание побеждать, желание играть, желание соревноваться. Поэтому счет было забито в общей сложности 8 голов, 5-3. Говорит о том, что команды были равные. Но кому-то чуть больше повезло, кто-то оказался чуть быстрее, чуть проворнее. Поэтому я думаю, следующие игры будут такие же интересные. Я вам рекомендую идти и болеть, не стоять здесь в раздевалке. И я уверен, что у нас турнир будет отличный. И наша традиция так ежегодно в феврале проводить турнир, она обязательно сохранится. Может быть, в следующий год мы больше команд пригласим. Поэтому все будет здорово и замечательно. Всем успехов и удачи в нашем турнире. Первый этап, как говорится, разогрелись. Ну, тяжеловато. Ну, настроены, боремся. Как уже было сказано, еще впереди игры. Ну, настраиваемся на последующие игры, будем бороться. Как соперники? Соперники в этом году сильные команды. Приехали гости к нам из города Тулуна, тоже хорошая команда, люди сыгранные. Ну, как бы, игра покажет. Соперник хорошо играл, показал хорошую игру. Просто сказался, наверное, опыт команды нашей. И поэтому такой результат. Реализовали больше моментов, не давали играть. Ну, то есть выполнили, так скажем, установки. По итогам турнира команда «Саянским пласта» заняла первое командное место и оказалась в лидерах. Второе место у тулунской команды, на третьем месте «Искра».